И еще один фруктовый. Две фруктовые. Два фруктовых, один экзотик. 90 будет. Нет фруктов нормально. А, серьезно? Вот зараза, я что такое? Я как будто знала, нет? Заказала экзотику. Пришли кушать Air Waffle. Мороженое. Очень знаменитые. Джан. Водичка почем? 4000. А что вы взяли? Без газа. 4000. До завтра, пока без чеку поработает, мы починим его. Где мой чек? Дали бы, блин. Буду упал просто. Без него не пробьется. Смысл? Как все почти? Нет, просто там вода, вода была, ребята. Без него не отдам. Не, не нужно, я просто... Не, нам ты учу там. Какой пароль заходили вы сюда?
Нет, я чел. А у тебя здорово, ты? Нет. Тролкин, Верхан. А что было? Это же Спасибо. Это экзотика, да? Фруктовая. Фруктовая. Экзотика без банана. Ага, держите. Ну-ка попробуйте. Мало? Вкусно? Вкусно, вкусно. Сглазили. Спасибо. Такая вот красота. Тоже фруктовые эти тимки. Хорошо. Последнее осталось мороженое. Спасибо большое. Вот получила свое мороженое. Мою красавицу. Смотрите, как аппетитно смотрится. В парк Тельмани никого не осталось. Кроме нас. И еще пару людей. На этом наше видео заканчивается. Если вам понравилось уличное мороженое, так скажем, не еда, а мороженое, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!